Вот оно, осеннее счастье, посмотрите. Всем привет! Сегодня 23 сентября, воскресенье. Мы в четверг с вами славно поохотились. Сегодня с утра прошел обещанный дождик, и я решил заехать с другой стороны нашего традиционного леса, посмотреть новые места. Как правило, руки не доходили, народ обычно на квадроциклах сюда заезжает. С этой стороны болото побольше, помощнее. Ну, вот сходим, разведаем, посмотрим. Угу. А результат оценим вместе. Грибы есть, значит, и здесь должны быть. А больше или меньше, поглядим, поживем, увидим. Пойдемте. Лесная идиллия. Вот и первый подберезовик. Такой густой листве его практически не видно. Срежем, проверим. Эх, слабоват. Нет, ножка чистая. Давайте так. Ой, отсыревший после дождя. Тут чисто. Давайте шляпу. Шляпа чистая. Смотрите. Лично берем. Ничего себе свинуха. Ох, с водичкой. Кабан-полтинник целый. Рой тут дрыхнет. Прикольно. Ух ты. А вот посмотрите. Подосиновичек какой. Ох, крас. Ой. А тут же и подберезовичек. Ух, красота. Два в одном. Режем. Ой, прям хруст французской булки. Молодежь. Беленький-беленький, чистенький-чистенький. Ого, какое. Ножка чистая. С этой стороны чисто. И шляп чистая. Ничего себе здесь завалы. Будто тунгусский метеорит падал. Картина Репина. Нет, не приплыли под березовики. Вот так. Ой, какой толстоногий. Посмотрите. Посмотрите, чистяк. Давайте второй. Ножка чистая. И шляп чистая. Вот природа искусница. Посмотрите. Не знаю, кто это. Филин. Да? Обалдеть. Ух. О-о-о! Братцы, посмотрите на это царство подосинков. Один. Второй. Третий. Вот такая у нас красная поляна. И в Сочи ехать не надо. Ну, сейчас проверим. Крепкий. Ножка белая, губочка светлая. Класс. Этот у нас тоже такой жиробасный, нога. Смотрите. Ух. Давайте срежем. О! Хруст французской булки. Ух. Светофор. Яркий-яркий. Ой. Ой. Шляпу съели. Ногу хоть. Ой, нога там. Два из трех такие. Отлично. Подберезовичек. Там. Режем. Ой. Идеал. Вон какой богатырь. Ух. Примостился. Неизвестный богатырь. Берем. Уй, нога. Чистая. Так не умещается. Вот так. Шляпу проверим. Давайте. Нога чистая. Уже хорошо. И шляпа. Не, вон есть точки чуть-чуть. Не, ладно. Разбросаем, не жалко. Посеем, потом пожнем. Смотрите, какой мох тут интересный. Смотрите. Оп. Вот сбоку. Как ковер персидский. Копаешь. О. Посмотрите. Ух. Ух. Ковер. Просто ковер.
Ребята, взгляните на эту картину. Осенний конкретный, прям, ох, рассветка какая. У меня подосиновая сказка продолжается. Ох, а вот этот, а вот этот, а вот этот. Ха-ха! Посмотрите. О! Просто картинка в любую книгу. О! Гляньте. Давайте тот срежем. Сейчас мы. Пилю ногу. Слушайте, чистый. Сказка, вы посмотрите, расцветка какая, а? В четверг у меня была фантастика, а сейчас. Да это просто, вот посмотрите, цвет какой, расцветка. Что ножка, что шляпки. Чистяк, вот прям. Ох! Все. Я повелитель грибов. Смотрите, какая красота, высокой травки стоит. Посмотрите. Сладкая парочка. Вот такие. Ай, прелесть. Сразу два хорошие. Посмотрите, какая сладкая парочка. Такая красота. Даже разъединять не буду. Чистенькие. И прям, ух, и губочка. Все. Братец Иванушка, сестрица Аленушка. Вы его видите? Не видите? Его не видите? Вот это подосиновик. Вот это, как я их люблю, братцы, как я люблю и цвет. Я не перестаю просто восхищаться, удивляться. Картинка. Режем. И цвета. Какие ноги. О, да все, хрустит все. Все хрустит. Мясо, просто мясо. Белое-белое. Шикандос. Я подосиновик, я самый лучший, и я иду к Ваське ведро. Посмотрите, настоящий грибной дождь. Легкий-легкий, и солнышко светит. Ах, красотень. И еще один здоровяк. Смотрите, какой, ух, ножище крепкий. Ой, а вот еще один. Тоже, смотрите, длинноногий, крепкий. Ну, сейчас проверим, чтобы не быть голословным. Да, посмотрите. Идеально чистый, идеально. О, срезал еще один, увидел. Ой, вообще малышика. Посмотрите, какой, как его вот так заметишь-то. Вот так вот. Тело резать. И вот этот наш второй стоит. Большака. О, гляньте. Вот они. Идеал. Берем. О, нет, а этот, видите, с червячком. Нет. Чистый. Губка хорошенький. Ой. Прелесть просто. Давайте этот срежем. О! Мясо. Мясо. И этими товарищами можно любоваться вечно и собирать их бесконечно. Осенний подосиновик. Ах. Ой, а вон еще один. Ой, посмотрите. Ох, красота. Ой, а вон еще один. Ой, режем. И красавчик, полезай ко мне в ларчик. Ух, как режется. Ну че, какие сомнения. Идеал.
Сказка. Просто сказка. Чистяк. Бабьёшкин гриб. Как в сказках, да? Ух, такие. Посмотрите, какой красавец альбинос. Обалдеть вообще. Белый подберезовик. Класс. Вот чем хороша осень, что встречаются эти не только черноголовики, но вот такие вот блондины. Шикарные, идеальные. Мы им рады. У-ху! Класс. Сказка продолжается. Такой крепыш. Ух. Посмотрите. Идеал. Класс. Подберезовик. Подберезовик. Да сколько же у вас братцев-то, а? Посмотрите, какой. Ух. И еще подберезовик. Гляньте на этот завал, даже в камеру не вмещается. Обалдеть. Деревья выкорчило, а? Гора целая. Офигеть. Это ураганище тут был. Das ist фантастич. Посмотрите. Тот шел, видать, примял. Раз подосинок. Посмотрите. А цвет какой. Вау. Два подосинок. Слушайте, у меня второй раз подряд грибной оргазм. Три подосинок. Даже не знаю, как его тут. Ой, а нога-то какая. О, посмотрите. Вот такой. Обалдеть. Мне, честно говоря, и белые не нужны. Вот таких вот нарезать красавцев. Посмотрите. Идеальный вообще. Просто идеальный. Да, я по хрусту слышу, что посмотрите. Обалдеть. Обалдеть. Вот оно, осеннее счастье. Посмотрите. О, подберезовик. Парни, парни. Ой, все, уже смешно. Сколько вас? Ой, а рядом паутинник. Смотрите, какой. Интересно, здорово. Еще березовый. Устал я их считать. Вот и закончилась наша незапланированная воскресная прогулка по лесу. Результат вот такой. В принципе, идентичен четвергу. Хотя воскресенье, вчера была суббота, народ ходил. Сейчас вот я поехал вообще в час дня за грибами. И вот, видите, удача улыбнулась. Ну, на самом деле не удача, а то, о чем мы говорили. Если есть грибы, значит, они есть. Если их нет, то нет. Зашел в тот же лес с другой стороны, на выходе один в один. Остальное все то же самое. Добавить нечего. Ситуацию в лесу знаете. На этом, собственно говоря, и все. Кому понравилось со мной гулять по лесу, вот так. Ставьте, подписывайтесь, вместе веселей. Кому нет, вот так. Добра вам, тепла, сибирского здоровья и полных корзин. Пока-пока. Thank you.